Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Chevrolet Epica 2008 года выпуска, объемом 2 литра X20D1. Пробег двигателя составляет 177 тысяч. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Имеется видеообзор работающего двигателя. Chevrolet Epica 2008 года выпуска. Объем 2 литра. X2D1. Работа двигателя на холостых оборотах. Производим осмотр стенок цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Опытные специалисты помогут с подбором двигателя. А квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.